И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Майнкрафт на карте Galactic Science от Feed the Beast. Я тут заметил такую фигню, оказывается, я могу летать, конкретно прямо летать. И прям конкретно вот так вот летать в этом костюме. Такие вот дела. Как вы видите, у меня есть сапфир. Ну, конечно же, я не летал на Плутон. Все довольно-таки легко и просто получилось. Сапфир, как вы помните из прошлой серии, я показывал, кто не помнит, пересмотрите. У него имеет элемент номер 396. 396 делим на 2. Так, 396 делим, ой, господи, делим на 2. Получаем 198. 198 элемент у нас... Мумлениум. Собственно, из него мы можем получать Frozen Iron Ingot. О, господи, нифига себе. А как это вас получить? Ну-ка, интересненько, интересненько. Ага. Оно также с Плутона. Также с Плутона. Прикольно. Да, только конкретно там энергия дофига тратится. Прям конкретно дофига тратится. Нифига себе. Ну-ка, 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 ну-ка. Сколько там энергии? 500 тысяч РФ, офигеть. А ты у меня тоже 500 тысяч РФ, ну нифига себе. Вот, собственно, для чего же мне нужен этот самый сапфир? Давайте смотреть. Сапфир мне нужен для Star Sync, чтобы сделать Star Harvester. Для этого мне нужно их всего лишь навсего 6. Один у меня уже есть. Остается получить другие. Как же я вычислял? Все легко и просто. Титан плюс свинец. Так, секунду, давайте-ка сумочку откроем. Ой, сумочка. О, марбл. Окей, марбл, так марбл. Конкретно много марбл дает. Это прям не должно не радовать, но и радовать не должно. Ага, вот почему у меня здесь конкретно вот это застроено с той стороны. Вот почему у меня не было видно того, что должно было быть видно. Так, блин, у меня еще еда закончилась. Что-то я как-то опять резко стартанул и все. Прям вот на. Вот на моя еда. А у меня ко мне моя кошка пришла. Вот. Секунду. Собственно, продолжаем. Так, как же это все делается? Берем свинец и берем титан. Получаем разерфордиум. И разерфордиум складываем с чем же мы складываем-то, а? 93, так, та-та-та-та-та-та. Разерфордиум со свинцом. Нет. С чем же мы тебя складываем-то? Ну, не с титаном же. Блин, я забыл. Я забыл, народ. Реально я забыл. Ну-ка, стоять. Ну-ка, разерфордиум. А, с плутониумом, точно. Плутониум у нас получается из Blaze Powder. Помните, да, у нас его дофига было. И, в общем, я его весь изнахратил. Вот, ну, Blaze Powder это хорошо. Вот, ну, собственно, разерфордиум и Blaze Powder. Плутониум. Текс и текс получаем Мумлениум. Господи. Ну и название. Такс, давайте-ка я сейчас сразу же намоздрячу. 5 и 5. И здесь нужно будет взять. Так вот. И супер блинская эта гадость. Так, хорошо. Вот так сделаем и вот так. Все. Теперь мумлениум. Да. Мумлениум состыковываем и получаем нужный нам элемент. Дальше. Закидываем сюда. И получаем. Брюки превращаются. А, во, я LED туда закинул. Я думаю, что за фигня. Я уже реально испугался.
Единственная проблема — это энергия. Он реально все, всю энергию высасывает за один крик. Потому что там максимум 500 всего лишь в этом аппарате. То есть это максимум, что я могу получить. Но тем самым мы получаем сапфир. Тот самый долгожданный и желанный сапфир. А, мне нужно будет сделать еще... Так, 3, 4. Еще 2 сапфира. Текс. Так. И вот так. Вот так, вот так и вот так. Теперь разделяем и получаем еще. Тем самым мы получаем уже сапфира. Как вы видите, все довольно-таки очень легко и просто. Получить сапфир. Не летя на Плутон, я получаю сапфир. Конечно, да, это немножко глупо в Майнчеме, в том плане, что ты можешь получить предметы, те, которые ты никогда и не изучал, так сказать. Ты даже и в глаза не видел плутониевые. То есть я могу получить, допустим, руду, лунную руду, да, вот я вот сейчас вот реально в жизни, я не летал на Луну, но я могу получить лунную руду? Конечно же нет. Ну, в целом, немножко читерно, я бы так сказал. Ну, а что поделать? Ладно, сапфирчики-то мы получили. Остается взять решеточки и забабахать нам нужные аппарат. И уже выполнить этот долбанный квест. Харвестер, чтоб тебе. Текс. Вот. И тем самым получаем и звезду, и это, в общем, неплохо. И сумочку заодно. Сумочку. Кстати, звезда какая? Yellow Draft. Ну да, такая же у меня есть. Текс. Сумочка у нас. Spawn Paul. Окей. Говно. Оно и в Африке говно. Текс. Звезда сюда идет, это сюда, это сюда. Все, супер. Как видите, у меня уже 2 звезды. Ну, они состакались, так как они у меня одинаковые. Полностью. Целиком и полностью. Так, давайте смотреть дальше. Здесь мы все задания выполнили. И, как видите, он у меня тоже состакался. Все хорошо. Ой, я не туда ушел. Storage. Black Hole. Вот, для чего мне нужна была звезда. Ну, все, блок Iron и... Неслась. Ну и, собственно, продолжаем. Сейчас я этот баллончик заменю сразу же. А, что же? Что же, что же, что же? Так, вот это сюда. Это сюда. Не знаю, где я еще один баллон просрал. Я где-то в этом ящике долбанном, в котором я ни черташеньки не найду. Либо в этом, в котором я также ни черташеньки не найду. Либо вообще в сумке. Ах. Как все плохо, точно в этом сумке. А, что же я делал? В общем, я делал за кадром, хотел делать апгрейд, потом у меня редстоун закончился, потом я медяху делал, раскладывал, соединял, потом нашел медяху, опять разложил, в общем, поменял сундук, и сейчас у меня вообще делается дарксteel. Да, но это апгрейд для наковальни автоматически. Но не в этом вся суть. Кстати, здесь уже песок начал просеивать. А для чего я начал это просеивать? А, для редстоуна, короче. В общем, замута еще там. Ну да и фиг с этим всем. Железо я нашел. А именно... Так, 3, 4... 6. А вот, как я нашел железо, ну, взял ферму и просто тут разложил. Вот, благо дофига меня. Ну, а редстоун я сделал по вот этому принципу. Купрум плюс Фе2О3. То есть, все довольно-таки легко. Намного легче, чем мне казалось, и сейчас у меня редстоуна дофигища. Поставил, чтобы опять лава начала делаться, почему бы нет, пускай будет, собственно, пригодится. Так, давайте песочек сюда также закинем, пускай будет. Так, Darksteel, у меня 3 из 4, ну ладно, фиг да с этим всем, мне сейчас не это нужно, мне сейчас нужно другое, мне сейчас, ну, вот это вот, и звезда, давайте, у меня их 2, так что эту и потрачем. Так, потом по бокам решеточки и стальные блоки. Вот, вот это я конкретно присел. Так, что отдаешь? Black Hole Storage.
Ага. Да-да-да, ты вроде втягиваешь там все дела, короче, в общем, ты конкретно тоже такая штука прикольная. Ну да ладно, мне не для этого ты нужен. Оп, сломался, хорошо. А мне нужно, чтобы пройти квест. Собственно, сдаем квест, и я здесь все выполняю, и Storage Solution тоже все выполнен. Открываем сумочку. О, карбоновые нанотрубки, вот это зачетно. Вот это вообще за такой подгон супер. Надо это все закрыть. Надо все закрыть это. Все закрыть надо. Надо все закрыть, все закрыть, все спрятать, все убрать. Вот, как бы карбоновые нанотрубки мне больше не нужны. Вот. Поэтому надо все это прибрать за собой, так сказать. Так, а то я в эту яму вечно проваливаюсь. Вот. Ну, а это оставить, потому что я здесь лаву делаю. Включил и давай попер. Кто не знает, там у меня на канале уже есть видео. И несколько, я бы так сказал. Так, все это убрали. Вот, булыжник у меня здесь опять заполнился. А, кстати, раз ты заполнился, так почему бы тебя не поставить туда? И делай-ка ты мне, дорогой мой, как ты там, квадрипл? Да, квадрипл. Компрессит каблстон, но мне получается из этого стака еще один квадрипл сделает, к сожалению, точнее из этого, из этой бочки, так что все фигово. Ладно, погнали дальше. Что у нас дальше? Давайте смотреть то, что... Как это работает? Ну, здесь довольно-таки все легко, апгрейды я уже готовлю. Так, Dark Steel, вот это уже хорошо. Так, делаем... Dark Steel Ball. Так. Redstone Alloy. Speed. Так, вибрать. Вот это, конечно, фигово. А, ну, у меня это все есть. Остается только пережарить. Так, так, так. Сразу штучки 4 сделаю. Не, ну конкретно мне нравится этот полет, но он медленный, конечно. Это мне единственное, что в этом полете не нравится, это то, что он медленный. Он прям конкретно медленный. Давайте уже пережаривать. Будем сразу же то, что мне нужно. Надо бы вторую печку, наверное, сделать. Толк будет и довольно-таки нехилый. Так, сейчас песочек сюда закинем. Пускай будет. Слышишь? А, вот так все нормально. Я думал, песочек чутка глюканул. Тыкс, и вот так. Все. Все супер, все замечательно. Смотрим, что дальше. Апгрейд готовится, это мы сделаем. Ладно, с этим я потом подготовлю и будем заморачиваться уже с этим. Ракета. О, кстати. А... Шлюз не проканает случаем, а ли тот, который у меня есть? Блин, тебе надо сделать, да, обязательно? Вот говно. Ну ладно, раз не проканаешь, так не проканаешь. Так, сюда закинем. Нет, давай все-таки туда. Пускай здесь будет. Ладно, фиг с этим всем. Оксиген селлер. Окей, это тоже я потом сделаю. Это я все за кадром подготовлю к следующей серии ракету. И это все я подготовлю. А, здесь... А, точно, у меня же здесь еще я слиточек. Смеллинг. Так, как же тебя там маздрячить? В общем, пурпл. Текс, и тебе надо... Ага, золото, редстоун и железо. Так, ну это у меня все есть. Золотом, редстоун и железо. Супер. Так, а никак больше тебе нельзя там сделать? Так, окей. Так. Окей. Да, больше никак нельзя делать. Текс, я тут еще кое-что хочу посмотреть. Да, только так и больше никак. Ну окей, это как бы не проблема. Текс, и нафига мне так много? А, ну ладно, пускай будет. А вот пригодится. Так, 6. И из тебя я могу сделать алмаз и... Так, ой-ой-ой-ой, конкретно. Вот он кликает, у меня по 2. А, нету, 1, на чем мне показалось, что 2, ну ладно. 2. Так, теперь из тебя маздрячим вот это.
12. И на пережарочку все. Тебя же только пережарить можно. Да, и ничего более. И получаем квест, так сказать. Возьмем среднюю. Так, все очень даже неплохо. Базовая. О, лаймстоун. Тоже неплохо. Пригодится. Текс, погнали. Я сейчас все немножечко освобожу свой инвентарь. Надо медяху убрать. Вот. Там, что у меня тут еще есть лишнее. Лишнее у меня есть. Там много у меня чего лишнего есть. Марбл у меня есть лишнего. А, лаймстоун, точнее. Вот. Такс. Ладно, это пускай все переделывается. Вот это мы забираем. Угу, давайте дальше Dark Steel закинем. Мне нужно так, так и вот так. Пускай этого мне хватит. Vibranium Alloy. Окей. Сразу же ломаем его. И стряпаем апгрейд. Так, что из тебя еще можно сделать? Ага, speed апгрейд. Окей. Апгрейд. Допустим. Апгрейд. Блин, все равно ничего не меняется. Потому что это все апгрейды. Так, где у меня нужный апгрейд мой? Я опять его не вижу, стопудово вы уже увидели, а я его не вижу, мне он не по глазам вот. Так, фортуна апгрейд, всего лишь на всего даймонд, ёпта, куда ты пошел? Так, значит спид апгрейд еще делаем, почему бы нет? Так, раз уж только это и требуется на тебя. Ну а фортун даймонд, тоже, фортун спид апгрейд, фортун апгрейд, ёпта. Делаем также из тебя. Так, где ты? Так, вибраниум надо разломать. Фортунку я, походу, делал, только смогу одну сделать. Да, я одну только смогу сделать. Ну ладно, на том хорошо. Хотя бы это. Закидываем спид и апгрейд. Теперь у меня их 4 и 2. И должна скорость быть уже побыстрее. Я очень на это надеюсь. Потому что это очень даже конкретно фигово. Мне это очень сильно не нравится. Какая здесь дерьмовая скорость, я бы так сказал. Ну ладно. Где у меня там пережарилось? Так, что я могу из тебя сделать? Блок. Всякую фигню. Open Automatics. Короче, всякую фигню, которая мне точно будет не нужна. Допустим, что из тебя могу сделать? О! Ключ! TARDIS Key! Прикольно. Прикольно. Неплохо, ну ладно. Но это Blood Magic, так что фиг да с ним. Что я дальше имею? Броню. Так, давайте смотреть, что дальше. Здесь у меня тоже все выполнено, здесь выполнено. О, два квеста выполнено. Побочно выполнил два квеста. А, ну да, апгрейд. О, спид апгрейд получаю. И фортун апгрейд. Супер. Это то, что мне нужно. Так, и вот так. Прям конкретно сейчас будет быстро все это ломать. И прям с удачей прям. Удачи тебе. Так, продолжаем беседу. И more power. Чтобы продолжить more power, мне нужно изготовить ват. Ват из лов. Для этого мне нужен... О, у меня же эти есть. Да, basic capacitor у меня есть. Это хорошо. Такс, basic capacitor. Мне медяха нужна. Я медяху убрал. Мне потому что эти капаситоры нужно будет еще... В немалом количестве, я бы так сказал. В очень даже немалом количестве. Такс, мне нужно разложить золотом. Еще есть самородочки. Нет, самородку больше нету. А, в сумке. И в сумке есть.
Замечательно. О, Basic Capacitor у меня еще и тут. Вот это конкретный запас. Вот это реально конкретный запас. Ну окей. Текс. Это тоже закидываем. Так что пока что не будем делать их в топках. И так неплохо. Так, что мне нужен? Мне нужен ват. 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 Для этого нужен... А, дэш-айнгот. Дэш-айнгот. Решетки, дэш-айнгот. В общем, дэш. Вот он, дэш. Кстати, да, у меня здесь... Я так от аппарата не перенес, я так эту руду не переделал. Как вы видите, все у меня стоит. И здесь еще дофига руды. И здесь у меня еще дэш. И здесь у меня еще дофига не перемолото. Так что, да, тут... Ну, тут нужно время. Тут нужно конкретно время. И... Тут реально запустил, и полдня надо выживать как-то. Основная проблема в том, что выжить-то практически нереально, в том плане, что... Как вариант, я сдохну от того, что закончится воздух. Воздух закончится просто-напросто. Так, ну ладно. Dark Steel пускай делается. А что мне нужно? Решеточки мне нужны будут стопудово. Решеточки. Так, теперь сделаем ват машин фрейм. Так, да, это то, что мне нужно. Как там машин... А, чалис. Машин чалис. Дальше мне нужен ват. Тэнк. Глаз. Окей. Берем стекло. Создаем два. Автомайнер. Окей. Дальше мне нужна печка и крусибл. Печек у меня должно быть просто хоть жопой жуй. После разборки моей генераторной. Так что надо просто их поискать, а не делать. Потому что лишнее мне тоже хламье нафиг не нужно. Так, печку замаздрячили. Так, стоп, мне нужно вот так вот там. И... А, стоять, наверное, на электризован. Да, Electric Steel. Electric Steel у меня есть только два. Ну, блин, у меня кошка тут припрыгала ко мне опять. И прям перед лицом сидит. Так, силикон. Мне нужен силикон. Мне нужен силикон. Ай, я забыл, как силикон делается. Я весь силикон в Dark Steel перебабахал. К сожалению. А, всего лишь навсего песок. Окей. Вот три песочка мне и пригодится. Так, все, вот это вот убираем. Так, песочек. Перебавахивайся. Больше силикона, я бы так сказал. Тыкс. Что-то у меня ноль. И здесь у меня, да, еще один квантип получил. Так, давай ползи обратно. Так, замечательно. Все, начал переделывать. Что у нас здесь? Нормально. 30 миллибакетов есть. Точнее, бакетов, конечно. Неправильно сказал. Так, что я имею дальше? Какую вот фигу, у меня еще одна печка есть. Тикс. А, ну да, печка-то у меня есть, потому что у меня ват делается в процессе, у меня electrical steel. Да-да-да-да-да. Я что-то подумал, что я уже создал, но я, конечно же, не создал еще. Так, булыжник убираем. Так-так-так-так-так. Так. Ну, вроде как все нужное и очень даже не нужное. Так, трансфер пайп. Убираем. Надо поесть. На голодный желудок очень даже плохо думается. Прям конкретно очень плохо думается. Вот, а при отсутствии кислорода так вообще все плохо. Поэтому заряжаем аппарат. Забираем. И также заряжаем. Так, а что дальше? Что дальше? Мне нужно вот это вот там. И получается вот так убираем. И вот так вот... Где-то. Вот так вот делаем. О, да, то, что нужно. Так, теперь Dark Steel. А что из тебя можно сделать там? Шарики-то, понятное дело. Стен. О,
Наковально. Ага. Короче, всякую фигню и взять все говно. Так. Электрикал. И мне еще один нужен. Совсем один. И я сделаю то, что хочу. Я осуществлю свой план в действии. Давай, быстрее. В ожидании чуда. Чудес, блин. Текс. Понеслась. Ват. И создаем. Супер. Чан создан. Чан — это такая штука, которая нам поможет создавать разного вида топлива и так далее. В общем, штука еще та, но нафиг мне она не нужная. Так, схорону, конечно, берем вот это вот. В топку эту схорозу и целлюлозу. О, Glowstone Torch. Ну, тоже неплохо. Вот. И, как вы видите, благодаря тому, что я это уже делал до этого, у меня теперь все это есть. Во-первых, Rocket Fuel Bucket. Iron Turbine. Неплохо. И выбираем вот это вот. Capacitor with Basic Power Capacitor. Bottle Power и Кератин. Ага, кератин. Давай кератин возьмем. А хотя нафига мне кератин? Сейчас-то уже нафиг не нужен. Давай сумочку, мне сумочка интереснее будет. Креатив, капаситор, бэнк. Дабл лэйр капаситор, вот это уже неплохо. Дальше, Advanced Generators. Это газ турбин контроллер. Опять бутылка с опытом. Дальше, эндер карьер. Спаунбал мне, конечно, не нужен. Сумка и эндер мейкер. Вот. Ну, кстати, за место забора можно использовать их, но в топку легче забор. Так конкретно уже видно, что да где. Iron Turbine Rotor дают. И, собственно, это нужно было. Вот здесь Эйнштейнем, да, лучше Эйнштейнем взять. Так, у меня что-то, наверное, инвентарь забито. Нет. А что за фигня? Не могу взять почему-то. Ну ладно. Что у нас тут дальше идет? Сангаз, прогрессор, контроллер. Окей. А здесь у меня Quantum Entropy Accelerator. Оу, Iron Cast. На, ну это вообще фигня, короче, какая-то. Давайте ее забабахаем. Пока у меня квест разбагивается. Ну-ка, может. Сейчас он даст. Да мне уже хоть что-нибудь-то дай. Ну ладно, фиг с тобой. Так, что мне нужно? А, вот, у меня инвентарь все-таки полный. Блин, вот задница. А где ты летаешь? Ну ладно. Так-с, давайте-ка вот это вот уберу. Лишнее. Ну вот, Magnum Torch. Так, это тоже уберу. И Redstone уберу. Что у меня тут? Трансфер ноды. Так, вот это вот надо будет забрать, потому что все-таки у меня все там находится. Так, трансфер ноды у меня. Давайте закинем сюда. Эндермейкер. Эндермейкер. Так, это тоже сюда закинем. Так, ну и это тоже сюда пускай будет. Так-с. Открывать. О, Magnum Torch опять. Я тут вообще прям. Spawn Paul. И Basic. Супер. И, конечно же, это супер в кавычках. Так, Paul Creeper. Больше ничего. Magnum Torch. Это, конечно, да. И делаешься ты прям конкретно. Но такое говно, что просто слов нету. Так, ну ладно. Давайте поставим тебя куда-нибудь сюда. Бабых. Прям конкретно балдень, об которой буду только спотыкаться. Ну да ладно. Так, и, конечно же, прям вот сюда. Бабых. Пускай тоже светится. Почему бы нет? Ладно, освещает и освещает. Так, секунду.
Ну и продолжаем. Кстати, тут интересно. О, поперло, поперло уже конкретно. Это конкретно она у меня тут все перемалывает. Текс. Замечательно. Так, это уже можно на пережарку отправлять. Такс. И вот так. Как вы видите, очень много ресурсов можно добыть благодаря тому или иному способу. Вот, а здесь он уже будет по 3 пережаривать. Так что все вполне себе неплохо. Так, Electrical Steel. Тоже пригодится. А, что у меня дальше там? Что там? Берешься? Нет. О, взялся. Супер. Так, Iron Turbine. Iron Turbine Rotor. А почему вы разные? А, понятно. Iron Turbine Rotor. Ну, даешь 100 РФ и на том хорошо. Так что почему бы тебя не забывахать? На халяву, как говорится, и уксус сладкий, а тут и энергии дадутся. Так, железо. Железо, железо, железо. Железо, железо, железо. Я его сюда скидывал. Ну ладно, хоть что-то. Пока что и этого хватит. Ох. Говно. Так, и вот так. Замечательно. Теперь из турбин создаем. И все будет довольно-таки неплохо. Текс. Теперь вот так, вот так. И вот так. И вот так. Замечательно. Теперь оно у меня выдает 3400. Просто обалденно. А почему топлива нету? Ага, не успевает. Блин, это фигово. Это прям конкретно фигово, я бы так сказал. Прям мне это очень даже сильно не нравится. Oil Dram. Окей, это вполне нормально делает все дело. Такс. Как же тебя замоздрячить? Да так, чтобы ты у меня нормально все это дело делал. Погоди-ка, ват. Рецепты. Есть где-нибудь рецепты? А вот рецепты. Так, Rocket Fuel. Угу. Gunpowder, Redstone, окей. Fire Water. Угу. Хуч. Так, из тебя не посмотреть. А, ну вот, из Хуча идет Gunpowder, и это, да, все. Такая еще лажа себе. А, да уж, мне это явно не по душе. Ну ладно, пока что и так попрет. Пока что попрет. Такс. Ой, у меня Эйнштейниум лежит в инвентаре. Ёпта. Как я так забыл-то про тебя. Нифига себе, благо увидел. Так, вот это вот сюда скидываем. Пускай там лежат. Так, ну это тоже туда скинем. Такс. Что у меня здесь дальше идет? Так, эта ветка все. Steam. Ну, в смысле, пар. Так, здесь мне нужно сделать. Ага. Так, стоять. Я посмотреть-то посмотрел, как это делается. Понятно, ничего сложного. Опять железо нужно. Железо у меня уже здесь пережаривается. Так, свинья вот это тоже может закинуть. Айроны пригодились. Так, теперь. Видите, шашлычки-то, блин. Ага, вот они есть. Вот так. И ну, вот так. Так, дальше. Схема. У меня схема должна быть, по идее. Хотя не факт. Да, не факт, потому что я их тратил. Ну окей. Дальше у меня с собой есть. Так. Контрол. Контрол. Лер. Блин. Лер. Ну да, ничего не изменилось. Так. Микроконтроллер. Нет, явно не то. Steam. У меня же Steam контроллер. А, Сангаз. Сангаз.
Давай тогда сделаем сан. Ой. Чуть не переключился. Сангас, вот так. Ага. Не понял. А, сайнгас. Сайнгас. Туплю. Что поделать? Так, это микс. Так, так, так. Вот. И у меня есть все, кроме редстоуна. Черт побери, опять редстоуна у меня нету. И я его весь убрал, потому что. Текс. Бежим обратно. Сразу парочку возьму. Вдруг пригодится. Так, чего мне не хватает? Мне фреймов не хватает, по ходу дела. Или как ты там называешь? Ну, в общем, решеток. Вот этих долбанных решеток мне не хватает. Так, хорошо. Сунгаз, блин. Так, мне нужно вот это. И турбина на родину. Так, это убираем. Вот это ставим. В общем, давайте смотреть. Так, ну да, я там еще ничего не делал. Давайте смотреть, как эта фигня работает. Ага, это не от него. Mixing Chamber. Ну ладно, суть-то в том, что я эту миссию выполнил. Это задание выполнил, так что все нормально. Открываем. О, Building One, еще один. Да, неплохо. Так, только где у меня бутылки с опытом? В случае мне здесь. Конкретно здесь. Ну, тоже нормально. Так, дальше. Dimensional Transceiver. Ага. Это вроде бы электричество переводит на дальнее расстояние. Турбин! Iron Rotor. Iron Rotor, конечно же, не делал. Потому что нафига мне эта лажа. Которая не очень, так сказать, тащит. Вот, но сейчас придется делать. Iron Rotor. И Steel Turbine Upgrade. Вот это уже неплохо. Steel Turbine Upgrade. Так, что из тебя вот это. Текс. И Steel Turbine Upgrade. На-на. Угу. Ага, понятно. Я просто заменяю ротор, получается. И, кстати, ротор вылез у меня и довольно-таки нормальный. А, так, давайте Steel Turbine тоже туда закинем. Пускай стоит. Чему бы нет. Вообще, вырабатывают 3600 уже. Это неплохо. Но топлива не хватает. Это уже фигово. Так, открываем сумочку и получаем Rocket Fuel Tank. Вот это уже неплохо. Вот это уже конкретно неплохо. Мне это нравится. Rocket Fuel Tank. Так, и вот так. Ага. Ну, почему бы и нет? Тратится? Тратится. Погнал заряжать, Фил. Ну, заряжаешься же ты? Надеюсь, что ты заряжаешься. Но, по крайней мере, тратится, ты точно тратишься. И это хорошо. Так, ладно, пока пускай так будет. Топливо пригодилось. Так, что нужно дальше? Давайте дальше смотреть. Так, input у меня уже был готов. Флут, кондуит, я не знаю. Ну, давайте возьмем... Кстати, а ты как создаешься? Ты прям конкретно создаешься. Грави, клейм. Ну ладно, мне все равно не нужны, а вот опыт пригодится, я думаю. Опыт берем. Так, fuel tank, буфер. Также выполним. И Steam. Вот Steam. Турбин контроллер. Супер билдинг пен. Soul фрагмент.
Ну-ка, что из тебя можно сделать? Ага, понятно. Фигню всякую, короче. Так. А вот и, собственно, та схема, которая мне пригодилась. Которую я не зря сделал. Steam Turbin. Мне только осталось сделать рамочки, которых у меня нету. Вот эти самые рамочки. Steam Turbin контроллер. Замечательно. И вот ты как раз таки должен пристыковаться. Ну к чему-то, что должен пристыковаться. Ой, да я вообще пофигу, короче. Не, это главное. Главное то, что я задание выполнил. Получил дофига редстоуна и... Супер Ван. Давайте Супер Ван возьмем. Мне места нету. О, Титаниум что-то там делает. С какого-то перепугу. Так, с этот тоже уберем. Что еще можно убрать? Да, ведерко возьмем. Даже вот так туда состыкуем. У меня она пока что точно нафиг нужна. Стил. Ну ладно, пускай будет. Текс. Погнали. Текс. И что я имею? Что я имею? Драму уберем. Iron Turbine уберем. Супер. Теперь смотрим в книгу. Видим фигу. У того вроде было ограничение, у этого же ограничений нету по количеству ставить блоков. Да, он может все блоки поставить, которые у тебя есть. Ну, в определенном радиусе. Но в целом это неплохая штука тоже. Опять-таки же повторюсь, для строительства очень даже классная штука. Так, это туда закидываем, это ломаем. Не так уж и много редстоуна, если уж на то пошло. Такс. Мне нужно железо. Текс. И... Вот так, супер. Так. А, что у меня еще лишнее? Да ничегошеньки, если уж на то пошло, кроме титана. Филтенк, окей. Титаниум. Так, дальше филтенк скидываем и давайте смотреть в книжечку. Что мы здесь находим? Ага, solar панель. Как тебя замазрячить? Блок of dash и та самая solar панель первого левела. Ну, это как бы не сильно проблематично сделать. Solar панелька. Конечно, блоков дальше там много, прям конкретно затратно, но а что поделать? Как говорится, искусство требует жертв, а если это искусство нам поможет хоть как-то продвинуться по линейке вперед, то почему бы нет? Solar панель второго левела. Открываем книгу и выбираем награду. Так, иридиум кристалл. Броня, кирка. Всякая фигня, короче. А это прям конкретная штука. И какой у тебя элемент? А, всего это 77. 77 получить довольно-таки легко. И что из тебя? Solar панель третьего левела. Ну, хорошо, не проблема. Только мне, конечно, это не нужно. Ну да ладно. Так, ириди убираем. И solar панельку пока что убираем. Толку от нее никакого, так как я в подземке нахожусь. Такс. Капаситор банк. Ага, мне нужен double layer капаситор банк. Для этого мне нужно мои double layer и basic капаситор. Такс. Да, времечко уже прям конкретно подходит к концу, и надо уже закругляться. Но все охота снимать, и снимать, играть, и играть, потому что это конкретно интересно. Именно вот когда начинаешь развиваться, то есть именно у тебя есть какая-то, так сказать, задача и так далее, и ты
ты не страдаешь фигней всякой, а делаешь что-то интересное. Вот, тогда уже интересно. А так это, блин, такая лажа. Так, Electrical Steel и Colored Redstone. Окей. Redstone я могу замастеричить. Текс. Ну-ка, где там У? Куда как нащупал? И, о, да. То, что нужно. То, что доктор прописал. Так. Октатик, конечно же, октатик капаситор берем. Он нам пригодится. Так, открываем книжку и видим фигушку. Почему взял октатик? Потому что мне нужно будет вот это вот говно. Прям конкретно оно мне нужно будет. А из него... Трикс... Как мне получить? Это вот, мне три октатика нужно. Либо два октатика и два капаситор пэнк. Ну тут уже конкретно прям замута и еще та конкретная, но об этом уже намного будет позже. Что у нас здесь? Здесь тоже это надо эндер ее машинки делать. Что у нас здесь? Угу. Вот это можно будет сделать сейчас. Так, ведерко. У меня ведерко где-то было. Я же сюда его состакивал. Текс. Угу. Я не вижу ведра. Я конкретно не вижу ведра. Здесь может точно здесь. Блин, вот зараза тупая. Как же так-то протупить? Вот так вот. Берем ведро лавы. Мне нужно... лазуритама. И что еще мне нужно? Мне нужна печка. На печку у нас здесь. Почти угадал. Такс, надо баллон заменить. То конкретно уже пустой стал. Такс. О, надо вот это и вот так сделать. О, еще на трубке. Вот это зачетно. Прям конкретно зачетно. У меня уже 2,5 стака. Мне это нравится. Такс. Давайте пока что поставим сюда. Пускай там стоит. Так, что же мне нужно? Угу. Вот это мне нужно. Такс. Делаем так. И делаем так. Дальше. Что из тебя сделаем? Так. Акселератор. Да, мне вот это вот нужно. Steel ingot. Вроде бы есть. Да, у меня Steel ingot и есть. Так, ну и ведро на родину вернулось. Окей. Тоже неплохо. Пригодится. Так, ведро убираем сразу. Так. Что это за фигня? Ёп, твою ж налево. Энтропия, акселератор. Ну, это я точно не знаю, что это за фигня, это надо разбираться. Магнезия. Так. Quantum Flux. Окей, а что из тебя делать-то вообще? Вот же говно. Я походу... И ват зарядился, да? Точно, ну-ка, давайте-ка проверим. Текс. Пошла вода в хату. Текс и... Ну да, понятно. В общем, сюда скидываешь говно и все нормально. Я нужный предмет туда скинул. Ну ладно. В общем, суть аппарата в том, что я туда скидываю предметы и он мне вырабатывает энергию. Ну тоже так себе сказать неплохо. О, третья панелька мне нужна. Окей. Иридиум. Иридиум. Ну блин, время там подходит к 50 минутам, а уже серию есть смысл заканчивать. В общем, народ, всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже будем изучать...
точнее создавать solar панель третью. В общем, заморочек. О, Меркурий, идем. Заморочек будет нехило. Будем вот эту вот веточку раскрывать полностью, стараться. Вот. Ну и как видите уже, All Quest. Много что выполнено. Так, давайте-ка посмотрим, что у меня еще не выполнено. А, ну, здесь тоже нужно будет ракету создавать. Здесь нужно будет заделать все это дело. Вот, ну и More Power. И останется у меня всего лишь навсего один квест. Stargate SG Minecraft. Вот, а вот это уже заморочка еще там. Block of Coal, Venus Crystal. И как тебя получить? Здесь 56, 891. Вот это, конечно, уже обломидзе. 891. Ну ладно, с этим мы потом уже разберемся и посмотрим. Блин, да. Fire, окей. В общем, на этом я уже буду с вами прощаться. Как я уже говорил, за ближайшие уже, наверное, 4 серии я выполню все квесты. И мы уже закончим сезон по Майнкрафту. Я вам покажу, как проходить все квесты. Так что не переживайте. Постараюсь показать по максимуму. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и, конечно же, делитесь моим видео со своими друзьями. Всем удачи и всем пока.